Народ, привет! Привет! Даже не представляете сейчас, где мы идем. Смотрите, просто дорога, вообще ничего нету. И перевожу ваш взгляд, да, красивые небоскребы далеко, Бурдж-Халифа, снова дорога, вообще ничего нет. Смотрели мы здесь кафе с котиками рядом, но надо же как-то выбираться. Смотрю, тут такси не очень популярное. Ну, так, виллы всякие. Так что зашли мы в такой райончик, но сейчас, по-моему, поймаем такси. Очень на это надеемся. Да, очень надеемся. Сядем на метро и надеемся поехать что-нибудь показать вам интересненького. Ну и самим посмотреть. Вы же знаете, что тут каждый раз что-то новое строится. Между нами пустыня, да, наше счастье мираж. Смотрите, свайпаю вам. Вот счастье мираж, ну до Буржа далеко еще, вот пустыня. А вот правда жизни. Да, не построили еще, и мы идем такие по жаре. Хоть и зима сейчас, но все равно жарко. Ну что, подождали мы машинку, точнее поймали машинку через минут 10. И сели на метро, приехали уже на другое метро. Вот здесь оставлю описание, потому что название метро постоянно меняется. То, что мы рассказывали про золотую рамку Эль-Джафири, называется метро уже по-другому. Сейчас мы на Марине попробуем прокатиться на настоящем трамвайчике. В Стамбуле мы на трамвайчике катались, а в Эмиратах еще нет. Для удобства, надо исправляться. Переход-то какой, ну прям как в Дубае-моле. Что у нас здесь за крышами? За крышами уже небоскребы и Марина. Так, ну вперед. Немножко запутались, куда ехать. Ой, как здесь шумно. Но думаем, нам вот сюда вот. О, сам трамвайчик. Ага, понятно, интересно. Смотри, это уже двери. А это приложить, наверное, надо. Оплатить проезд, правильно? Ты уверена? Не знаю. На, используй свою карточку, держи. Ну да. Давай посмотрим. Ну. Да, 26, и у меня 26 осталось. Все. Ну что, мы оплачиваем проезд за трамвай. Логично, конечно. Зачем? Мне нравится, да? Нет, это ж как в метро ходишь. Ну вот здесь такие станции. Смотрите. Если как метро, я бы там стала. Вот, значит, трамвайчик приедет, дверь откроется, и нам в Дубай и Марину как раз, а? Ну пошли вперед. Ну вот, тут Дубай и Марина. Я не придумала. Направление Дубай и Марина. Вот, смотрим, здесь черные, да, значит, для всех, наверное. А может, здесь розовый вход есть для женщин только. А вот и карта. Сейчас мы даже не понимаем, куда нам ехать, просто очень хочется на трамвайчике покататься. Куда-то приедем. Вот и приедем, наверное, да, это логично. Ничего не знаю, ничего. Все еще разбираемся, куда мы едем. Мы здесь, но куда мы поедем, вопрос. Карта есть, ну, я думаю, что мы вот, наверное... Сюрприз будет. Да, поедем на озера. Lake Tower, все прикольно, со скутерами, со всем. Ну, называется Lake Towers. Поедем на озерный этот, озерный дом. Дом на озерах. Дом на озерах. Главное, чтобы не в дом на Балу. Да? Хотя там тоже было бы, наверное, интересно. А я вспоминаю, дом на Балу. Смех. Да, звоночек как трамвай такой. Дзень, дзень, дзень. Ой, второй трамвай сразу подъехал. Ну, давайте. Кстати, расстояние между дверями гораздо меньше, чем в метро. Ага, люди выходят, а мы заходим, да, уже можно заходить. Наташ, давайте я приглашаю вас прокатиться. Мы сели, мы уже, смотри. Рюкзак бери. О, шапочку переверни. Там такой вот трамвайчик. Там салатовенькие сидели. Ага, сейчас посмотрим. Вам бэл камеру. Ну, красиво. Длинный такой. Сколько года? 5? Если да, я выскажу, блин. Длинный такой, да, длинный. Спасибо.
красивый. Уже там настроили тоже эти гондолы. Ага. Что, на какой мы выйдем? Что ты думаешь? На конечную. А если он в круговую? Мы никогда не выйдем. Запускаю. То есть едем... Пока деньги не закончатся. Да, пока деньги на карточке не закончатся, а потом расскажем. Закончились ли деньги на карточке? Не-не, желаем, чтобы у вас и у нас никогда деньги на карточке не заканчивались. Вот заливчик проезжаем, где все люди гуляют. Красиво. Ну, Наташа требует продолжения банкета, так что поедем дальше. Ну, собственно, еще не остановились. Слушай, посмотри, этот дом прямо. Над дорогой. Вот, дом строится. Вот так вот. С правой стороны тоже. Как делаются небоскребы в Дубае. Просто делаются. Быстро. Ага. Повернули. Кто-то карту видел? О, красота какая. Решили мы дальше поехать. Не вышли бы на первой остановке. Но обещают, что где-то к пляжу ближе там. Правильно? И к этому, к колесу обозрения. Красота. Так, что это такое? Это все жилые дома. Но тут, конечно, честно, человеческие муравейники. Подъезжаем. Какая-то станция. Видно там хоть? Вообще ничего не говорят. Кстати, здесь есть водитель, как правильно Наташа заметила. А как здесь без водителя-то? С трамваем-то рулить? Да, я забыла. Сейчас вторая ложь, я не знаю, кстати, какая она называется. Не знаю. Давай еще одну, и может быть. И может быть выйдем? Да, может быть. Кстати, сменили мы место нашей локации. Да, там мальчик вот сидит в окно. Не очень удобно. Так хоть все впереди видно. Рюкзачок стоит. Мы на месте. Прям солнце нам в глаз. Зато красота какая. Тебе нравится? Да. Завернули на эти небоскребы красивые, которые издалека показывала. Наташа спрашивает, в чем фокус. А, так мы круг объехали. Ну, так я так и хотела. Смотри, как классно. Поехали дальше теперь, нет? Поехали дальше? Зачем? Нет. Мы уже поездили на трамвайчике. Зачем? Боже, какая красота. Ну так бы на пляж быстрее пошли. А, ну поехали. Если ты уверена, ты знаешь, куда ехать, потому что я не уверена, что мы знаем, куда ехать. Просто он получается, если на карте смотреть, мы поехали налево, объехали, а теперь поедем. Наташа говорит, на эту же станцию мы приехали, ну, да? Ну да, вон же метро. Мы в круг объехали. Хорошо, если мы дальше поедем, куда мы поедем? В другое место поедем, туда надо. Поехали в другое место? Ну, не знаю, я бы уже походила. Все, Наташа уже хочет ходить, уже придется выходить. Возьмешь рюкзачок? Да. А я заодно посмотрю, сколько у нас снимет с карточки. Много людей. Да, у меня карточка моя есть. Хорошо. Ладно, я возьму рюкзак. Все, ну пошли выходить, народ туда. Ну что, будем выходить? Да главное еще не провтыкать. Видите, молодой человек уже решил заходить, когда еще не все вышли. О, какие-то звоночек прекрасный. Ага, то есть обязательно приложить. То есть, по сути, мы могли поехать бесплатно, но если бы нас поймали... 5 дирхам стоил проезд. Это доллары 3, по-моему. Ну все, как мы хорошо проехали. И вот трамвайчик уже уезжает. Вот он какой, такой серенький. Серенький, симпатичный трамвайчик.
И здесь красотища какая. Вон метро идет. А вот Jumeirah Lake Towers. А мы не там вышли. Мы раньше на одну вышли. Что? Мы не там вышли. Ну вот же метро, но где не там? Не там? А, ну да, вот станция метро вот такая странная, что я ее и не запомнила. Все правильно. Ну что, куда идем? Наташ, есть варианты? Не, идем куда? На эту Маринку. Да, идемте вперед. Вышли мы в таком живописном месте. Класс, красота. Горизонт Тауэр. Так, вообще в магазинчик я хотела зайти. Наташа вон уже подходит с другой стороны в магазинчик. Надо бы зайти купить какой-то чай. Все, купить какой-то чай и посидеть просто немножечко отдохнуть. Вот зашли, мы хотим что-то прикупить. Сейчас какие тут цены хочу показать. Вообще фигня. Два дирхама. Почему он? Карак-чай, думаешь, из пакетиков? Капучино 6. Какое-то Мило 0,5. Вот соки есть, кстати. 12 ананасовые. Ну, самые большие 12. От 7 до 12 соки есть. То есть вполне можно купить и попить сок. Ты что будешь, сок или что? Нет, сок не дали. О, спасибо. Вот на мальчик дал. Он увидел, что две непонятные обезьянки не могут никак решить, что делать. Ну вот, смотрите, стоимость цен. Я бы чай карак взял, и может сок какой-то. А ты что будешь? Ну давай. Не, я капучино хочу. Капучино хочешь, да? Да. А сок никакой не, не хочу. Люберы с бананом, вообще класс. А ананас с... Ананас минт ватермеллоу. Где ты еще не вижу? Ну вот, ананас, мята и арбуз. А, да. Конечно, я бы такой не рискнула. Ну вот гранат, может быть. Ну вот, сейчас купим, вам все покажем. Все это стоило 16. Капучино, карак ти и вот этот гранатовый. Да? Смотри, пацаны нас уже опередили и заняли. Молодцы, капучино. Мы пока там ждали, пока приготовят, провтыкали. Ладно. Ничего, не будем печатать. Но один стул можно у него отобрать. Сейчас покажем это. Сейчас покажем, чем мы будем кушать. У нас есть круассаны, взятые из отеля. Не так все сложно в Дубае. Если вы хотите покушать, можно просто в отельчике взять вкусные круассаны. Сейчас пойду один стул возьму оттуда. Ну, хоть на нашу посмотрим. Отжала стульчик. Да, отжала стульчик. Вот, и можно там посидеть себе спокойно. Вот такой у нас будет местный инжор. Смотрите, пока. Белых обезьянок сдвинули. Наши индийские братья сидят там. Ну ничего. Мы абсолютно не расстраиваемся. Сейчас вкусно покушаем круассанчик. Сейчас попробую кофеек, но мне для начала бы надо руки. А мы забыли санитайзер. Так салфетки что, не? Мокрые. Салфеточки. Вот у кого есть такие салфеточки, ставьте лайк. У кого нету, тоже ставьте. Так, там как бюджетно поесть в Дубай, да? Да, как бюджетно. Просто взять круассанчики с нашего завтрака. Ну разве что еще кипяток с собой носить, да? И свой кофе, привезенный из дома. Да, так пацаны так оборачиваются. Так и оборачиваются нам. Они что, реально здесь будут кушать? Да. Да. Они не сидят на Jumeirah и не кушают вкусные эти. Вообще, слушай, маска здесь вообще ни при чем, правильно? Кстати, платочек Наташа мне дала, я забыла бандану, очень грею. Любезно, между прочим. Да, это, я думаю, это карак. Ну, понюхай. Хороший, но сладкий, только сахар, да. Ну, мне что-то кажется, это из пакетика все. Ну, не знаю, вкусно. Как за 2 дирхама. Да? Офигеть, вопрос. Ну, за все я заплатила 16. То есть сок, я не знаю, сколько это 2 дирхама, значит, это где-то 14 все стоит. Думаю, это стоит 4, может 10. Ну, как-то он разбавленный, не какой-то? Не знаю, но он так долго жал, я же говорю, что все места на улице позанимали. Сейчас попробую сок. Ну, слышишь, он там ругается. Не, а что он ругается?
не ругается. Думала, может, они едят, ему не оставляют. Знаете, очень вкусный такой сладкий гранатовый сок. Ну, смотри, косточки ж плавают. Слышь, он так давил там, смякоти? Что он аж просто вспотел. Кто вспотел? Мужик. О, боже мой. Он так давил, просто, слышь, он надавливает, как будто вот у него работают все мышцы. Вообще очень круто. Сейчас Наташа попробует свой вкусный капучинку. Ну ладно, ребята, вот кушают. Я не думаю, что там что-то такое сверхъестественное, чтобы так рассказывать. Боже, какой вкус, как повезло. Обыкновенная капучино из пакетика. Так что вот такое у нас прикольное видео. Сегодня пока прокатились на трамвайчике, попили чай карак. Сейчас пойдем гулять, надеюсь, на Марину дойдем туда. Тоже вам этого желаем. Ставьте лайки, пишите комменты. Все, с вами Наташа и ребята из индийской диаспоры точно.